ждет ли Россию возрождение? Ну, во-первых, Россия должна для этого сначала стать из Российской Федерации Россией. Я же так говорю. А почему Одесса-то не Россией не считается, например, там? Ну, почему, да, Симферополь, говорят, вроде как Одесса. А Тирасполь почему не Россия? Это что Россия? Это Новороссия, между прочим. Вот когда Россия станет из Российской Федерации Россией, когда мы снова осознаем наше национальное единство, когда мы начнем политику действительно развития, а не строительство стадионов, не пинание мяча, да, там, когда «Газпром» тратит на содержание футбольной команды «Зенит» 8,5 миллиардов рублей в год. Это институт океанологии, 1 миллиард, да, там, важнейший институт для будущего кстати, страны. 1 миллиард рублей, эти 8 миллиардов. Вот когда мы будем не футбол тратиться на свою страну, когда будет совершенно новая власть, русская национальная польза власть, да, русская власть настоящая, которая будет свяжать свою судьбу со страной и поведет ее вперед из лап вот этого деградации, вымирания, опускания, не знаю, в третий мир, тогда мы действительно начнем возродиться, возрождаться. Просто верить, как нас призывают, нельзя, надо действовать. Вера без дел все-таки мертва. Вот мы стараемся, что называется, вот как партия делать, пытаемся действовать. Хотя очень трудно. Люди вот сейчас очень опримитивили, они не, искренне не понимают, вот почему новые заводы и процветание села – это подъем страны. Или там, что мало признать, например, государствообразующую ведущую роль русского народа в Конституции, надо это еще подтвердить, собственно говоря, и статусом русских, истинным статусом, то есть новая индустриализация. Когда русских уважали, когда они были инженерами, рабочими, ходили с гордо поднятой головой, летали через полюс. И у меня дома, помню, лежала долго газета, потерялась при переезде 41-го года, мая, Туркмены. С восхищением смотрю, сел грузовой ТБ, четырехмоторный, и с него выгружает грузы. А русский пилот стоит, подбоченец, Туркмен на него. Вот уважение русских. Вот когда русские превратятся опять в мощный технократический индустриальный народ, сильный очень, белокурый, широкоплечий, тогда их все будут уважать. И узбеки, и северокавказцы, и южнокавказцы. Вот это и будет возрождение России.